анекдот. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. В греческой и римской мифологии Цербер, чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав! Сталкер всполошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: ты чего, дружок? А тот: гав-гав, говно ваша мифология. А поновее ничего нет? Ну ты выдал.
череп как тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даёшь. Какие тут нафиг кровососы? Вот такое знает кто? Группа сталкеров потеряла на болоте 15 литров спирта. Две недели люди существовали на еде и воде. Блин, так не смешно же!